родился спектакль «Московские кухни». В 90-м году он уже был поставлен в театре и в Томском, по-моему, или где-то в Сибири, и в театре «Третье направление» в Москве. Вот. А песня эта стала прологом к этому спектаклю. Так, пролог к спектаклю «Московские кухни».
продлить вечер до утра, чтобы каждого из них наслушать, но вот сейчас вынуждены сменять.